Добрый день, даже, наверное, вечер, дорогие и всеми нами любимые телезрители. Мы рады приветствовать вас сегодня на третьем заключительном дне. Такая финишная у нас прямая. Сегодня мы будем комментировать и работать для вас и в студии заслуженный мастер спорта Михаил Мартынов. И заслуженный мастер спорта Наталья Юхарева. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня третий день, действительно заключительный день главнейшего старта в году для самбистов, чемпионат мира. И вновь мы увидим, как и предыдущие два дня, 9 финалов. Нам предстоит увидеть три весовые категории среди женщин. Это 56 до 56 килограмм, до 68 и свыше 80 килограмм женщины. Мужчины будут сражаться сегодня до 62. До 82 и свыше 100 килограмм. И боевое самбо. Это до 52 килограмм, до 68 килограмм и до 90 килограмм. На вашем экране парад судей. Те люди, в чьих руках порой судьба спортсменов. Ну, будем надеяться, что эти руки честны и праведны. Конечно же, Фемида будет справедливой. Добрый вечер, уважаемые зрители, гости наших соревнований. Зал, как обычно, переполнен. Вот очень удивительно, вот в Беларуси действительно ходят на самбо уже не первый раз, не первый год здесь проходит такого уровня соревнований. Помню, вот в 2010 году на чемпионате Европы зал был не менее пуст, как и сегодня. И стоит отметить, что это не программа «Зритель», да, так называемая, да, когда приходят там дети из школы, военные из училищ военных, да? Даже такое чувство, что вот 3000-й дворец спорта немножко вот маловат для такого уровня стартов. Согласны, Михаил? Да, вот здесь видно, что любят действительно самбо в Беларуси. И зал, конечно же, уже не соответствует, можно сказать, желанию зрителей. И здесь мы явно перерастаем. И это хорошо. И это хорошо, да, это на благо развития, конечно же, здорово. Показатель такой прекрасный. Сейчас идет представление судей. Руководитель первого ковра Эмиль Раши, Грузия. Так, замечательные кубки, видимо, достанутся сегодня победителям. Рыбаков, Россия. Руководитель третьего ковра Иван Нетов, Болгария. Иван Нетов, Болгария, руководитель третьего ковра, очень знаменитый борец. Чемпион мира и Европы в свое время, конечно же, да. Действительно выдающийся. Вообще, надо заметить, сегодня широко представлены страны на нашем чемпионате мира. И очень даже было неожиданно видеть, как побеждали сегодня австралийские спортсменки, побеждали. Ну, медали у литовок, у француженок, во всяком случае, вот у женщин, да, если брать. Французская спортсменка завоевала бронзовую медаль сегодня. 56. Весовая категория, да, до 56 килограмм. Нет, потихоньку вот эта доминация первого дня России, она, конечно, уже отошла на второй план. Хотя, я думаю, в командном зачете мы все-таки, наверное, увидим во всех трех номинациях, наверное, Россию, да? Россияне, думаю, что побеждают на данный момент, да. Но надо уже отметить, что они побеждают уже не в гордом, а в таком одиночестве лидера, а явно не одни, явно тут и наши, скажем, ближние зарубежья, оно всегда оказывало конкуренцию, и сегодня мы это наблюдаем. Но самое приятное, что дальние зарубежья подтягиваются. Вот Фарьер Ларе из Франции сегодня бронзовая медаль. Вчера мы видели итальянскую спортсменку. Итальянка очень интересная, мне понравилась. Серебряной медалью. А у нас весовая категория? До 56 килограмм в финальной встрече женщины. И на ваших экранах монгольская спортсменка Доржурен Сумия. В красной форме ей будет противостоять болгарская спортсменка Стефанова Калина.
Михаил, а третьими, ну, мы уже сказали, что это француженка. Фурьер Ларе из Франции и Валова Анастасия из Российской Федерации. Россияне здесь без медали. Ну, я имею в виду без финала. Без финала, да. Ну, Валова Анастасия, надо сказать, из женской сборной. Она самая юная спортсменка у нас, самая молодая. Российская. Да, российская. Mm-hmm. И, да, в общем-то, россияне очень-очень рады, то, что в этом весе у нее медаль. Это, я думаю, хорошее начало. Молодец, Настя. Арбитр данной встречи из России Рудольф Михайлович Бабаян, судья международной категории экстра-класс. Стефанов в прошлом году в Литве выиграл чемпионат мира. То есть ей сейчас предстоит отстоять свой титул. Ну и монгольская спортсменка сегодня такую интересную борьбу продемонстрировала на пути к финалу. Расправилась с Венесуэлкой. Венесуэлка у нас была в прошлых годах призеркой чемпионата мира. Угу. И, в общем-то... Ну, традиционно венесуэльские женщины сильные, да? То есть всегда по несколько медалей, да? Такая довольно-таки сильная сборная, опасная. Все-таки бал? Ну, такое хорошее начало. Угу. Бросок с ковра во время свистка, падение на таз, все ровно. Пока переигрывает болгарку, монгольская спортсменка завладела инициативой в захвате более выигрышном. Надо сказать, что я помню схватки Стефановой на пути в финал. У нее путь был тернист. Очень тяжелые встречи были. Даже это можно обратить внимание на футболке у нее. Да, кровь, вся в крови. Следы крови, да. У нее были непростые схватки с латышской спортсменкой. Смогла, так скажем, подсесть уже, да, к финалу? Да, и с французской спортсменкой. Очень, да, напряженная. Француженка очень, кстати, техничная. Мне понравилось и бедро, и Московая. Работа в партере. Да, стойка очень такая... Молодец. Обученная. Французы ездят на чемпионате мира и Европы регулярно. Это одна из сборных, такой, которая очень прибавляет и в боевом самбо, и в женском, и в спортивном. Да, надо сказать, во всех направлениях действительно они развиваются. По-прежнему 1-0. Монгольская спортсменка и не думает отступать вроде, да, даже он так все равно... Да, вот так прессует, скажем так. Да. Не бежит вперед, но и задней передачи явно нет. Вот с колен, да, это такой коронный бросок у болгарки, да. Именно им она и победила в прошлом году в Литве. Василий Соколов, чемпион мира из Болгарии, это тренер, да, Калины Стефановой. Очень многие спрашивают, неужели вот то, что сейчас на колене у Стефановой, это действительно помогает? Угу. Ваше экспертное мнение, Михаил? Ну, этот тейп, конечно же, если бы не помогал, не использовался бы, конечно же, да. И он все-таки действительно несколько лучше на коленника в том смысле, что... Колено дышит и вместе с тем и сдерживается. Проход в ноги. Опасная атака, да. Ну, надо дать должное, что не останавливается. Понимаю, конечно, наверное, что один балл – это не то преимущество, да, которое позволяет успокоиться. Но в атаке все время и все так же активно. Такое чувство, что вот Калин не может найти рисунок, который бы мог обезоружить монголку. Да, нет пока ключей. То есть вот ее бросок через спину с Калин. Ну, чувствует монголка, да. Уже, да, издалека. То есть, и так она его, честно говоря, не подготовлена, не в комбинации. Здесь монголка переигрывает ее. Желание победить есть, но пути какие неизведомы. То есть нет у нее решения. Во всяком случае, пока. За минуту 40. Да.
Ну, поинтереснее, поразнообразнее монголка. То есть и в ноги, и с колен, и работа ногами. Хорошая устойчивая стоечка такая. Уверенно на ногах стоит. Ну, монгольские спортсменки, впрочем, как и спортсмены вообще этим славятся, да? Низкий центр тяжести, как будто вросшие в ковер. Сейчас была неплохая такая. С трудом можно вспомнить монгольского спортсмена, у которого кто-то бы выиграл легко. Такого не бывает. Согласна. Успевает, все успевает, чувствую, да. Все видит. Монгольский тренер. Его рекомендации, видимо, более точны. Счет вроде бы небольшой 1-0, но по борьбе мы видим, в принципе, явный как бы контроль, преимущество. Доминанта, да. То есть пока ничто не говорит о том, что вот вдруг... Наоборот, да. Две минуты можно оказывать помощь врача, можно пользоваться. Надеюсь, там ничего серьезного, это просто кровотечение. Михаил, ну, пока у нас работают врачи, вот такой вопрос. Вчера мы с Владимиром комментировали, и вот два слова нас смутили. Едвига и Стригунок. Не знаете ли, вот в честь чего и почему? Именно название этих приемов, как же они произошли? Да, может быть, вы владеете этой тайной информацией? Ну, что касается броска Стригунок, то мы можем, конечно же, обратиться к первоисточнику. Этот прием ввел, в общем-то, Кстова, да, Сергей Лопомок. То есть это его задумка, придумка, его изобретение, да, такой способ перевести борьбу в партер, который оказался еще и с оценкой. Я вчера просто разговаривал вот с грузинским спортсменом Жижеляни, да, известным дзюдоистом. Чрезвычайно был расстроен, приехал только за золотом, как говорил. Я говорю, ты понимаешь, что это был за бросок? Он говорит, нет, я впервые в жизни встретился, знать не знал и был очень удивлен, не готов. В борьбе дзюдо такого приема действительно нет, да, и он не понимал, видимо, что же произошло. Да, вот, то есть он даже не предвидел этого. Да, это был действительно Стригунок, весовая категория до 100 килограмм. Ну, Стригунок Асим именно... Черноскулов исполнил. Да, Стригунок именно потому, что просто вот такое стригущее движение. Да, как у нас же есть ножницы, бросок. Ну, похоже где-то. Есть бросок в мельнице, да, то есть такие ассоциативные названия приемов. Ну, а Едвига, вот это вот романтическое название. Да, романтическое. Неизвестно, да? Название красивой девушки. Ну, maybe, не знаю, может быть. Едвига, да, но... Историю мало чего. Здесь я тоже, да, вот, к сожалению, я не думаю, могу. Я думаю, Михаил, нам надо покопать в этом направлении информацию, да? Либо придумать свою историю и уже вот к следующей трансляции, наверное. Не моргая глазом, да, вещать. Да, а вы знаете, это было так. И какую-то красивую, наверное, любовную историю рассказать. Я могу только лишь сказать, что это обратный узел локтя ногами. Ну, вот звучит в совсем... В терминологии это мы так бы назвали. Звучит так грустновато, скажем так. И двигай красивее, да. И короче. Как раз говорили о том, что в Литве... По-моему, у Али Куржев радовал зрителей. А вот Едвига, атака, да. Заключительная попытка, видимо, у болгарской спортсменки. Время заканчивается. И титул чемпионки мира не смогла отстоять Калина. Сегодня у нас будет на верхней ступени пьедестала. Доржурлен Сумия. Отлично. Молодец, хорошую борьбу, да, заслуженная победа. Надо отдать должное, зрители... Поддерживают. Да, и не только своих, да, очень любят. Ну, в силу того, что действительно понимают, то поддерживают очень хорошо. Приятно бороться в таком зале, приятно как-то вот чувствовать поддержку. Понимающий зал, действительно пришли по зову сердца, посмотреть, разбираются, знают, что происходит, молодцы. Сердце и душа. Повторы. Опять же, хочется отметить вот режиссерскую работу Белтелерадиокомпании, которая является хозбродкастером. Очень
качественно опытные специалисты, четко и во время награждения дают повторы, вот как чемпион шел, да, к своей победе. И после соревновательной схватки уже... Хорошая вот эта история на награждении. Действительно, выводят на экран, да, путь до финала или как минимум финальные встречи. Очень интересно. Но на ваших глазах был Хлыбов Илья, Россия, а сейчас мы видим молдавского спортсмена Нако Октавиана. Впервые у нас, по-моему, Молдавия в финале, нет, за эти три дня? В таком случае... Да, я тоже не вспомню, что был у нас. Вот сегодня, да, у молдавских делегаций финалист. Нам как раз показывают российскую сборную, видимо, которая сейчас будет неистово болеть за Илью. Среди спортсменов мы видели Федора Емельяненко, который выглядит уже, не сказать, что устало, видимо, очень устало. Ну, поддержка, такая поддержка, как Федор Емельяненко, это, конечно же, да, весомо. Как вчера вот поддержал он Сидельникова, да? Да, Кирилл уверенно выиграл встречу и финальную, и до финала, все здорово. Илья Хлыбов, двукратный чемпион мира. Несколько лет не попадал, не отбирался на этот старт. И вот, можно сказать, возвращение. А, то есть был перерыв, да? Да. В Литве его он не боролся. Не боролся. В Литве, да, Уин. Виталий Уин представляет. А третьими кто у нас стал, Михаил, в этом весе? Бронзовые медали весовой категории до 62 килограмм завоевал спортсмен из Таджикистана Ахиров Нузимид и казахстанский спортсмен Жаргазов Багдад. Переходит на болевые приемы на ноги. Любит Илья это все делать, да, и отлично. Удается, да, это его коронный прием. Красиво. Ущемление ахиллового сухожилия. Красиво, уверенно. Валерий Стенников крикнул: молодец, это его тренер. Меньше, чем за минуту, умница. Красиво все-таки. Вот этот быстрый переход, да, из стойки в партер, молниеносно. Молодец, Илья. Становится трехкратным, да, чемпионом мира? Трехкратным чемпионом мира. Умница. Надо сказать, очень тяжело, действительно, когда ты уже становишься и заслуженным мастером спорта, и уже двукратным чемпионом мира. И вдруг что-то не заладилось, действительно собраться и вновь выиграть и чемпионат России, и чемпионат мира. Это очень тяжело, да, он молодец. Ну, видимо, поиск мотивации, да, и мотивация как для тренировок, так и для соревнований. Вот нам сейчас покажут, наверное, этот быстрый переход. Рычаг колена со стоечки, да, очень попытался красиво вначале переходить. Тут вроде защитился Октавиан, но все-таки до пятки дотянулся Илья. Поймал. Ну вот, ваше мнение, Миш, знает этот прием молдаванин? Или вот потому как защищается, не готов был? Не готов, конечно, не готов же, да? Первая защита – это не прятать ноги, как он занимался прятанием ног. Это самая простая защита, когда ты действительно не знаешь этих приемов. Ну, то есть, по идее, что ноги он надо защищать руками. Ноги притягивать, надо защищать, да, руками, конечно. Надо было идти как раз к Илье, наоборот, с ним сближаться. За отвороты приближаться, брать его, да, отвороты, брать его рабочие руки как раз. А если ты стараешься их спрятать и, как говорится, убежать, ты оставляешь просто ноги на съедение, на расправу, да, на расправу. То есть, вот, скорее всего, не знал молдаванин, да, об этом? Так. Странно, довольно-таки часто встречается, нет? Ущемление ахиллового сухожилия? Ну, делают. То есть не сказать, что, да, ну, делают. Возможно, больше Октавиан тренируется под дзюдо, как-то меньше уделяет внимания. Ну, как правило, как говорится, если не умеешь делать, да, ну, научись защищаться, да? Да, то есть это вот основная, защита, да. Ну, надо сказать, поначалу движения он защитился, то есть он знал технику, знал, но не знал, как. Настолько, да, нюансы. Да, да, то есть знал точно, но не знал, как. А у нас боевые самбисты? Боевое самбо. Третий финал. Будет в красной форме будет сражаться казахский спортсмен Сулейменов Алмат. Вот его сейчас представляет арбитр. Руку поднял красную. И таджикский спортсмен Куэбонов Анидин. И третьими стали в этой весовой категории Мухтар и Тулькиев Талпас из Армении и из Узбекистана, соответственно.
Ну что ж, боевое самбо, которое так любят наши зрители. Вот и здесь нет российского спортсмена. И даже нет традиционных болгарских спортсменов. Угу. Болгария у нас выделяется. А кому проиграл россиянин? Не в курсе? Сегодня, честно говоря, больше смотрел за спортивным, да, немножечко упустил из виду. Как раз говорили вчера о том, что больше пока в боевом самбо демонстрируют именно техники спортивного самбо. Не так много ударов, в основном броски, работа в партере. Как-то вот пока, скажем так, перевес, да, в технику спортивного самбо. Ну, я думаю, это диктуется правилами, конечно же. Поскольку удары у нас будут оцениваться только после того, как противник упадет. А бросок есть бросок. Да, это, конечно же, правилами обусловлено. То есть спортсмен, уже выходя, не рассчитывает на один удар нокаут. Угу. Что, ну, не так много нокаутов, нет? Вот такое чувство, что в прошлом году в Литве как-то было чаще, больше. Да, чаще встречалось. Ну, можно, наверное, отметить то, что соперники уже готовятся. Если выходит одно время, может выйти спортсмен, который только спортивным самбо увлекался, у него ударная техника не очень, и защита не очень. Вот он пропускает удары. Прошел год, он понял, что здесь все-таки это надо. Он научился защищаться от ударов, поставил руки, как говорится. Вот, видимо, уровень растет. Больше все-таки борется казахский спортсмен, да, и вот действительно больше любит ударную технику таджикский. Активность ведет казахский спортсмен. Ну, для боевого самбо надо отметить достаточно свежие лица. Да, мы как раз вчера обсуждали эту проблему, да, иногда, что финал иногда люди выходят слегка, скажем так, потрепанными, да? На самом деле, действительно тяжелая нагрузка. Если возьмем, к примеру, бокс, там один поединок в день. Да, здесь, конечно, 3-4, а то иногда и 5, это, конечно. А накал не меньше... Нисколько не меньше, скажем так. Вот здесь вновь, наверное, сейчас определят синего как пассивного, пассивная защита. Вот такие вот нанесения удары как бы сзади, но не в затылок, а именно сбоку. Угу. Вот видите, сейчас арбитр, да, отмечает. То есть, если мы возьмем в жизненную ситуацию, это, грубо говоря, человек лежит на асфальте, и его можно добивать. Здесь, чтобы поединок продолжался, мы понимаем, что это выигрышная ситуация. Судья отдает оценку победителю в этой ситуации, и поединок продолжается. Ну, больше шансов на ошибку нет. Еще одно предупреждение и снятие со встречи. Это второе предупреждение было. Не готов. Форма почему-то развязывается. Капи диагон коркин, капи диагон коркин.
Выжидает, мне кажется, также спортсмен. Вскользь задел подбородок, на мой взгляд. Вот арбитр остановил встречу. Видимо, действительно надо привести форму в порядок. Да, не ладится у таджикского самбиста. Да, это уже никуда не годится. Какой шикарный зацеп изнутри. Очень технично выполненный. Как раз на... Пошел, да, открылся так немножко в ударах, да, таджик, и в этот момент как раз воспользовался. Доказал, встретил. Да. И вот сейчас еще реализовывает свое преимущество. В данной ситуации предупреждений за пассивность не будет. Угу. Вот, но тем не менее время уходит. И можно даже все-таки нанести серьезные увечья и повреждения, чтобы уже спортсмен, вставший в стойку, все-таки не оправился. Уже бы не захотел продолжать. Если спортивный самбо просто уходит время, то тут еще и здоровье. Одни потери. Семнадцать секунд. Все-таки арбитры решили, видимо... Досрочно, да? Да. Объявили досрочную победу. Я так понимаю. Вот, третье предупреждение. А, третье предупреждение, все, да. Сулейменов Алмат, Казахстан, завоевывает золотую медаль. Курбонов Анидин, Таджикистан, завоевывает серебряную медаль. Сейчас, видимо, состоится церемония награждения. Вот этот зацеп, по-моему, да, как хороший, раз? Хороший, да, вот момент такой поймали и режиссеры, и Сулейменов, главное, поймал хорошо. Да, на радость режиссерам и нам, зрителям. И после этого уже он, в общем-то, завершил встречу. Он не выпустил его, да, после этого же эпизода. Да. Воспользовался ситуацией, молодец, все. Заблокировал ногами и методично наносил удары. Ну, а у нас церемония, первая церемония награждения сегодняшнего дня. Лауреа Форнер, Франция. Второе место и серебро чемпионата завоевала Калина Стефанова, Болгария. Чемпионка мира, обладательница золотой медали, Сумия Доржсурен, Монголия. Награждение бронзовых призеров проводит Виктор Бухвал, чемпион мира и Европы. Серебряную призерку награждает Румен Стойлов, президент Федерации самбо Болгарии, вице-президент Европейской и Всемирной Федерации самбо. Чемпионку мира награждает Фазлидин Пулатов, президент Азиатской Федерации самбо, мастер спорта международного класса. Аплодисменты, аплодисменты призерам, аплодисменты новой чемпионке мира Сумия Доржсурен, Монголия. И в честь победительницы государственный гимн Монголии. Thank you.
Еще раз поздравления и несколько секунд для памятных фотографий. Церемония награждения призера и чемпиона мира весовой категории до 62 кг мужчины. И на подиуме приветствуем призера чемпионата мира весовой категории до 62 кг. Молдова. И чемпион мира Илья Грибов, Россия. Награждение бронзовых призеров проводит член исполкома ФИАС Набуюки Асаи. Серебряного призера награждает Анатолий Хлопецкий, заслуженный тренер России. Награждение чемпиона мира проводит Асламбек Аслаханов, заслуженный мастер спорта, помощник президента Российской Федерации.
аплодисменты и поздравления призерам и чемпиону мира. Время сделать памятные фотографии. Спасибо. И церемонию награждения чемпионата мира продолжит весовая категория до 52 килограммов боевое самбо. На подиум для награждения приглашаются призеры и победитель чемпионата мира весовой категории до 52 килограмм боевое самбо. Приветствуем аплодисментами призеров и победителя чемпионата мира. Для проведения церемонии награждения приглашаются Сергей Терновых, неоднократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Натик Багиров, неоднократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Муслим Ундаганов, президент Федерации самбо Казахстана. Третье место и бронзовые медали завоевали Талмас Туклиев, Узбекистан. Мшитарян, Армения. Второе место и серебро чемпионата мира. Аунидин Курбонов, Таджикистан. И чемпион мира Алмат Сулейменов, Казахстан. Награждение бронзовых призеров проводит Сергей Терновых, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира и Европы. Награждение серебряного призера проводит Натик Багиров, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира и Европы. Чемпиона мира награждает президент Федерации самбо Казахстана Муслим Умдаганов. Алмат Сулейменов, Казахстан, чемпион мира 2012 года, весовая категория до 52 килограмм, боевое самбо. В честь нового чемпиона. Государственный гимн Казахстана. Аплодисменты и поздравления призерам и чемпиону. Время для памятных фотографий. И нас ждет продолжение финальных схваток чемпионата мира по самбо 2012. Ну что ж, заканчивается церемония награждения.
И нам предстоит увидеть еще два блока. Два блока и три замечательных финала впереди. Первый блок. Мы надеемся увидеть действительно хорошую встречу. Женщины до 68 килограмм, мужчины до 82 килограмм и боевое самбо до 68 килограмм. И надо сказать, что в финале встретятся до 68 килограмм Кормильцева Мария из России и Намазова Вольха из Белоруссии. Чемпионка мира Кормильцева тоже очень ярко боролась. По-моему, болевым выиграла тоже там буквально короткая схватка у нее была. Очень такая даровитая спортсменка. Хорошо физически готовая. Да, функционально готовая, довольно-таки фактурная. И технически очень так неплохо оснащена. Ну, думаю, что мужская половина заметит, что она еще и вполне симпатичная. Михаил, это за вами. Ждать долго не пришлось. Ну, конечно, мне кажется, да. Будет интересный финал. Вот Мария Кормильцева на ваших экранах. Немножечко волнуется. И Намазова Вольха, Белоруссия. Но непростая встреча, хозяйка соревнований. Если мы рассматриваем с точки зрения россиян. Марина Кормильцева. Пермский край. Руслан Затворный, Украина. Арбитр данной встречи. Бросилась прямо вперед. Да, сразу работа, работа. Оля, первая начинай. Захват и первая начинай. Посмотрим, выполнит ли установку тренера Ольга. Это мы слышали секунданта белорусской сборной. Да. Выходи сверху! Под себя его утащи, Тренируется под руководством Андрея Газеева. Марин, сделала, вышла сразу. Обычно сразу. Спину сделала, пошла наверх. До данный момент Марии секундирует Валерий Стеников, Валерий Глебович. Активность! Город Верхняя Пышма. Отворачивайся. Он же выводил Илью Хлыбова, может быть, и... Счастливая. Да, хороший вывод. Вот, в принципе, балл, да? Да, вполне заслуженный, выходи, хороший балл. Выходи. Интересно, скомбинировала зацеп по голенью и с захватом ноги подстраховала рукой. Оля, первая, начинай. Оля, первая. Пока не слышит, либо слышит, но не делает установку тренера. Ольга? Ольга, да. Пока опережает ее. Опять то же самое движение. Тоже комбинация, да, уточка называется в простонародье. Да. Прием. Растягивай, растягивай. Руку за голову на удержание перевод. И ущемление ахиллового сухожилия. Почему же Руслан поднял? Очень опасная ситуация. Здесь шел болевой прием, и, признаться, я бы не стал поднимать. Ну что ж, работа. Арбитру виднее, может быть, он увидел, что там действительно нету болевого, и он поднял. Наверное. Зайди, зайди. Оля, заходить на удержание надо. Первая начинай. Оля, первая начинай. Оля, первая. Как будто не слышит. Стойка, стойка, вставай! Ну вот, удастся ли сбить в партер, или удастся ли встать Ольге? Хороший захват Мария взяла, да, уже тяжело встать. Сдачи, да? Видимо, мы не увидели. Как даже как-то не увидели мы действительно. Но вот сильный партер, это характерно для Марины, и уже второй мир она выигрывает в финале именно болевым приемом.
радуется, не скрывает своей радости Мария. Она такая эмоциональная, да, очень. Молодец. Свалилась большая гора с плеч. Можно побежать. Да. Поцеловаться, обняться, порадоваться. Тапочки где у нас с тобой? А где тапочки? Тапочки. Вот тренер, да? То есть... Контроль ситуации. Да-да-да. Не надо слез, не надо радости. Где тапочки? Одеваем тапочки и уходим, да? Вот вам заслуженный тренер. Ну, надо как-то разговаривать, потому что, конечно, журналисты любят и слезы эти, и вот эту радость, да, и... Все-таки лучше не тапочки искать, а все-таки работать здесь в хорошем смысле на публику, да, на журналистов. Да, здесь можно было, конечно, отыграть, ну что ж, вот тапочки так тапочки. Ну, тренер сказал, ученица сделала. Вот как раз вчера говорили о том, что здесь тоже вот плюс в том, что идет комментарий довольно-таки четкий, и мы его можем слышать тренеров, да, секундантов. Очень интересный подчас, да, какие-то вот такие нюансики, моментики выскакивают, да, ну, интересно, да. Опять же, красивый маникюр у Марии, да. Мария молодец. Женщина, да, должна оставаться женщиной. Привлекательно очень выглядит, красиво борется. Михаил, мы ждем, наверное, следующую схватку. Я вас немножко тормаживаю. Весовая категория до 82 килограмм мужчина Виктор Савинов на ваших экранах. Шестикратный здесь чемпион уже не до мира. Маникюра. Шестикратный чемпион мира, да, из Украины. Причем три этих титула он выиграл в весовой категории до 68 килограмм. Три титула в весовой категории до 74 килограмм. Угу. И вот сейчас в весовой категории уже до 82 килограмм он выходит в финал. Тоже неоднократный чемпион мира Алексей Харитонов, да? Ему противостоит, да, двукратный чемпион мира, и, может быть, и трех, я могу немножечко забывать. Так, мягко, неоднократный. Неоднократный чемпион мира, да, Алексей Харитонов, именно в этой весовой категории. Опытный спортсмен, надо сказать, два возрастных спортсмена. Одному из них 36, это Виктор Савинов, угу. Второму, вот, Харитонову Алексею 34. Это очень опытные спортсмены. Я думаю, любителям спорта очень интересно сейчас наблюдать за этой встречей. Ну, то есть, я так понимаю, мы увидим схватку двух опытных и, значит, тактически грамотных борцов, да? Да, очень знающих людей. Теснит Алексей Виктора, чуть-чуть вот на край ковра подводит. Чуть-чуть более выгодно, да? Да. То есть первый в захвате, немножко контролирует, подталкивает. Опережает. Пока поинтереснее выглядит. Признаться, мы немножечко, да, проговаривали. Я думаю, что вот я сейчас вижу, что говорили вот с тренером. Алексей Харитонов выдерживает пока вот тот рисунок. Рисунок, который, да, который наметили. Да. Пока, да, предпочтительнее. Вывел за ковер тактически опять приемом. И надо сказать, что в этой весовой категории еще бронзовую медаль завоевал спортсмен из Грузии Куча Нико и спортсмен из Литвы Матукас Радвилас. Очень опасно. Алексей атакует. Это его коронный прием. И это очень опасная ситуация. Да. Вот странно, да? То есть наверняка знают друг друга хорошо, да? И наверняка понимал, что коронный прием будет именно такой, да? Развитие событий все-таки. Но тем не менее попался, да. Ну вот заслуженный мастер есть заслуженный мастер. Мастерство. Все знают, но все попадаются. Ну, у нас, но просто сегодня видите, день партера, нет, Михаил? Да, мы наблюдаем, да, сегодня большое количество болевых приемов. Нет, ну, я хочу сказать, что очень, ну, действительно, зрелищно, да. И вот тут, наверное, о тапочках думать не будут. Александр Васильевич Гречихин, тренер Леши Харитонова, конечно же, тоже рад очень. Вот, о тапочках думаете? Нет, думаю, как раз про тапочки здесь не будет. Здесь нету тапочек. Да, здесь нет тапочек. А нам опять же дают повтор. Вот, переход со стойки на рычаг колена. Это Леша, у него это коронное действие, часто он его использует. Четко. Прятал ногу, видно, что прятал ногу. Ну, понимал, видите, да, уже к чему ведет, да, Алексей? Коленочку подтягивал. Угу. Сейчас здесь спорный эпизод, встал, ну, вот стойку встал или не встал. Встал практически, нет? Не, вот, не встал до конца. Вот еще не стоит, вот оторвались руки. А вот здесь уже встал, нет? Вот, вот, был и вот, момент, и вот, да, на усмотрение арбитра. То есть друг, если качели бы, да, арбитр бы свистнул и засчитал как вставание, угу, то и россияне, я думаю, не имели бы претензий. Угу. То есть такая, здесь такой спорный, да, момент. Спорный, то есть, эпизод, в принципе, здесь могла быть остановка. Да, можно было бы и продолжить протест следующую стойку. Протест бы не был принят, да? Ну, к примеру. 50 на 50, да. 50 на 50.